Сегодня 2 декабря, а вчера, как по заказу, выпал нормальный снег. Уже началось украшение города к Новому году. Хочу показать вам, как это выглядит. Поехали.
особенно мне нравятся эти деревья слева. Пойдем ответимся у диспетчера.
хочу замерить скорость на этом участке. Вам, наверное, не будет видно, но потом скажу. Конечно, не буду стараться выжить все, просто обычная скорость. Пешеходов поймали. Итак, максимальная скорость 61 километр в час. Люди, это что, русская рулетка такая? Успею, не успею.
наконец-то доехали. Всем спасибо за просмотр. До встречи.